Итак, это, надеюсь, новая серия. Очередных будней оперативников. Оперативника. Ну так вот. Я решил, что негоже только, собственно говоря, записать провал. В этих зачистках посмотрим, как у меня за травника получится. Смогу ли я затащить зачистки за травника? Все-таки, думаю, спутник. Спутника взять. Поскольку дрон-разведчик неплохо может. Здравствуйте. Продвигайтесь к последней позиции союзного информатора. Противник обнаружен. На перезарядке!
Вижу противника. Перезарядка! Вижу противника. Он должен выжить. Цель. Снайпер, ко мне, выдвигайся. Минус боевик! Союзник в безопасности. Займите первый этаж отеля. Судя по вертолету, там много гостей. Бронил штурмовика. Меняю магазин. Штурмовик. Отходи, пожалуйста, ко мне. Лови аптечку! Ракета! Укрытие! Противник, внимание! Перезаряжайся. Должен быть способ подняться наверх. Попробуйте запустить лифт с помощью генератора. Поддержка противника. Осторожно! Вижу боевика. На перезарядке! На зачистку нет времени. Скорее поднимайтесь на верхний этаж. Лови аптечку! Держи аптечку. Меняю магазин. Поддержите огнем. Проникните в пентхаус. Лови аптечку! Уничтожьте механизмы, управляющие заслонами. Лови аптечку! Перезаряжаюсь!
перешел на другое оружие. Вижу противника. Я вышел цену. Уничтожен. Зацепило. Держи аптечку. Надо разобраться с ним! Держи аптечку! Второй механизм уничтожен. Нет времени лежать! Механизм уничтожен. Внимание, цель! Ключ найден. Продвигайтесь дальше. Противник обнаружен. Лови аптечку! Нейтрализован! Держи мне пакет. Отступай. Отступай. Как всегда вовремя. Второй ключ найден. Мы почти у цели. Лови аптечку. С красным скорпионом покончено. Но война за Кархат продолжается. Это было подло. Спасибо вам. Ух. Ну, как я и думал. Травник действительно очень хороший оперативник. Он действительно очень хорошо лечит. Конечно, он, к сожалению, сам себя не может лечить. Но
Ух! Ну что же. На такой прекрасной ночи тебе почему бы не... Почему бы не выбрать, конечно, вот не очень хорошего, но пойти в столкновение и попытаться выполнить задание, вот это. Так. Ого. Так или иначе, контейнер я через несколько открою, через несколько секунд. Итак, лучше сразу в бой, поскольку малые. И я решил, что лучше на фронт. Для ПВП я еще не созрел. Ну, а пока, собственно говоря, ожидается. Мы откроем контейнер. О! Ух! Здравствуйте! Кажется, я не туда попал. Туда ты попал. Нормально. Там тоже такое как-то. Просто у меня так возникло именно такое чувство. В каком месте? В пятой точке. Ну да, тут дяденька играет. Очень серьезно. И устроит мне а-та-та. Ну, если учитывать, что ключевое слово играют дяденьки, так что ты не бойся. Доставляя документы и уничтожая силы противника. Приведи уничтожен!
По-моему, пора идти. Что? Я тоже. Ну, я тоже так думал. Слева, правильно, да? Все, идем. Все. Поехали. Документы доступны для захвата. Так, где будет снайпер? Сейчас меня здесь оголовит. Снайпер там. Невидимка. Осторожно, сверху там РПГ. Замечен штурмовик. Уходи, медик. Пацан поднял, представляешь? Враг захватил. Позиция захвачена. Так, мне срочно надо кто-то здесь. Я сейчас немножко подлечусь. И к завтрашнему бою буду готов. Прийти полечиться. Выдвигаюсь. Потихоньку. Ты не торопись. А где он? Штук, вообще давай, рупи его. Не успею. Да не надо ничего страшного. Командные документы захвачены. Бой еще не окончен. Право, стоял. Ты справа, пойдем обратно. Медик не обессудь, но нет у меня больше. Я вижу. Я чуть подлечусь. Обнаружен офицер поддержки. Я подожду, пока их не видел. Их слишком много. Ну ладно, уже игроков все нету уже. А. Ну не торопитесь ко мне. Да и мы не думали. Контакт! Время завалить командира. Бой еще не окончен. Замечен стрелок. Устранить людей. Я думаю, в укрытии подожду. Ты хорошо придумал. И это было правильное решение.
Лови аптечку. Спасибо тебе. Противник, внимание! Позиция захвачена. Обнаружен тяжелый боец. Можно тяжелого забрать и все. Внимание, противник! Я подползу, музыка кричись. Не успел. Правильно. Тяжелый боец уничтожен. Ну и все. Спасибо. Ваша команда захватила фронт. Победа! Неожиданно. Не переживай, сильно не переживай. Мне явно нужно больше опыта в этом. Что ж, неожиданно для себя. Я все-таки немножко, ну хотя бы начало было не поражение. Но так или иначе, думаю, его определенно нужно качать. И ну, почему бы и сразу в бой? Контейнер. Ну, тут имеет смысл. Здравствуйте. Здравствуй. Привет. Установите связь с конвоем. Найдите и настройте ретрансляторы. Мне попали! Штурмовик, стрелка!
Держи аптечку. Внимание, цель. На позицию! Штурмовик, прием! Внимание на точку! Да куда ты, под пули? Не сегодня, друг! Очень смешно. Бой еще не окончен. Вставай. Нет. Чего развалился? Ты нужен команде! У меня на всех хватит. Я так просто не знаю. Спасибо, как раз задание выполнил. Держись! Ретрансляторы настроены. Защитите устройство. Так точно! Я вижу противника! Уничтожен. Внимание, противник! Ну, что поделать? Ну, что поделать? Всякие могут. Веселые люди. Попасться. Я вот так думаю, что медпакет ему не помешает. Потому что он очень слабо лечит. Давайте... Это явно меня.
выбило из колеи. Ну да ладно. На этом я, пожалуй, возможно, вы через несколько секунд увидите меня еще раз. Ну как увидите. Итак, сразу к делу. Ну что же, попробуем за снайпера. Ага. Ясно. Хорошо, попробуем за... Наконец-то. Здравствуйте. Очень, кстати, у поддержки шприцы. Какие шприцы? У него стимулятор. Найдите и настройте ретрансляторы. На поднятие. Извини. Укрытие. Внимание на точку. Держи аптечку. Ламинку поставлю сюда. Держим оборону. Штурмовик, дай подойчу. Держи аптечку. Медик, прием. Будем вместе. На точку.
генераторы настроены. Защитите устройство. Слишком на поддержке огнем. Здравствуйте. Здравствуй. Найдите и нейтрализуйте разведчика противника. Вижу боевика. Меня задело! Перезаряжаюсь! Осторожно! Граната! Граната в сейчас побыжи. Нет времени лежать. Внимание, цель. Бывало и хуже. Ну, хватит, развалился. Бывало и хуже. Прости. Нашел боевика. Я пока еще неопытный штурмовик, так что извините. На точку. Спасибо. Получено сведения. Противник собирается блокировать движение колонны. Меняю магазин. На точку. Есть. Дай бог тебе здоровья.
Внимание, цель! Легче. Нет времени лежать. Штурмовик, прием. Благодарю. شيء ما يتحرك هناك. Внимание, цель! Что ж, я явно пока еще не умею за штурмовиков играть. Ну что же.
думаю, перед тем, как, собственно говоря, закончить играть. На сегодня закончить играть в Калибр. Думаю, запишу еще PvP. Это будет, скорее всего, через мгновение. Итак, PvP. Надеюсь, у меня хоть что-нибудь получится. А также, что мне повезет, и я хотя бы один, так сказать, килл сделаю. Что-то за медика здравствуйте. А чё? Сегодня, блядь, футбол, говорю, вчера я устал, в 12 проснулся. Потом, не знаю, поиграл чуть-чуть, потом на мойку с пацанами встретился, и потом домой, всё, играю чуть-чуть. Сейчас спать. Блядь, час уже ночи, я хуею. Я тоже. Охуеть, блядь, я не смотрел на часы вообще. Всем привет. Привет. Кого прикрывать? Сперва, наверное, себя, что ли? В основном, да. Но с кем в паре лучше, естественно. И мы командой будем держаться. Конечно, конечно, чего? Мы же команда. Я думал, сейчас еще раз будет плюшка. Ну ладно. Похоже, после того раза уже не заходит столкновение. Я тоже. У меня никого. У меня тоже. Устал. На базе. Не, они тут у меня. Они все здесь. Причем то и башу хорошо, нахуй, не дают вообще ничего делать. Сейчас под это, а. Поддержка! Меня!
Не, он мне дал поебал вообще. Отойди чуть, отойди, Мерик, чуть-чуть отойди. Вот так. Сейчас этот шторм лежит вопросом. Красавый. Сейчас шторм лежит вопрос, я же сказал. Ничего не... Я не боюсь, у меня шторм тут решает вопрос. Буду прикрывать тебя. Вот именно, вот видишь, как команду станет. Ты всегда на медике играешь? В основном. Но... Ну все, с нами тогда идешь. И сейчас выполняю задание. Мне нужно... Отлично. Мне нужно одного... Поддержка у меня. Поддержка у меня. Поддержка у меня почти уже тут курва. Внимание, цель. Поддержка снайпер. Крыся, тут оба. Давай, поднимайся наверх. Да, они тут все, бля, ёб... Шторм сейчас поднимать будет, добейте, он не сильный. Замечен штурмовик. Поднимет он нихуя. Ой, хиловый он. Поднимай, давай, давай, давай. Не поднимет он, бля, никому. Дай бог тебе здоровья. По-любому, спасибо. Лови аптечку. Спасибо. Решающий раунд. Бля, патроны, сюда. А. Сейчас возьму патроны, поднимись туда. Точно. Наверх, медик, не спеши. Точно, мне и тоже. Вот, видишь, что ты бы без меня сделал бы? Я и забыл. Опа, что там они? Подобилка уебал, он хиловый. А, вон, снайпер. Поднимешь снайпер его? Не лезь, не лезь на середину. Вон, они идут с той стороны. Тогда все туда идем. Сейчас я прямо медик буду. Внимание, противник. Не успел. Курва, как не успел? Все хорошо. Опа, блядь, они все туда. Мне нужно было сразу бежать. Они мне, блядь, прицел уебали. Что за, блядь, у них это? Курва. Под опилкой, да, у меня он сбил прицел. Иду бойца поддержки. Медик, нам в любви повезет, наверное. Мне точно нет. Нет, не везет тебе в любви. Да? Уже 30. В общем, много-много лет. Тебе 30 лет уже? 30 с лишним. И что там по любви? Ничего такого? Абсолютно ничего. Просто... По-моему, пара было, не? Они опять у меня тут, блядь. Кто-то трясит, потому что, блядь, трясит. Ой, бля, медик, уйди его нахуй. Блядь, полюбимся. А, бля. Поднимает штурма. Поднимает штурма. Они подняли. Штурм сдох, снайпер, красавчик. Бля, да не добыл. Можешь подняться, уебать его с этого. Давай, давай, красава, всё, против топора красава. Ничего не было. Спасибо. Вот что значит слаженная командная работа. Ну да.
Наконец-то. Я все-таки добился этого. Что ж, закончим на этой позитивной ноте открытием контейнера. Ух ты! Да. Чуть-чуть. Что? Чуть-чуть. Да-да-да. На этом. Мы без тебя никуда. Заканчиваю серию.